Да, не допорол я тебя в детстве, сынок. Так аж я взяла. Да, Полина, нехорошо так про моего сына думать. Ты в своем уме? А что, боишься осиротеть? Я уж сыноплю. Плюс 2000 к моей пенсии. Ну что, сидим-то? Погнали. Ваньки на права обмывать, пока моя не опомнилась. А сколько за иждивенцев полагается? 1/3 от основной части пенсии. Mm. А у вас кто? Сын. 40 лет на моей шее сидит. Иждивенцы – это несовершеннолетние дети. Mm-hmm. Или студенты. Здравствуй, ящик, Новый год. Погоди, у меня ж там рябина любимая. Сейчас пойдем хрю начистим, как тебе такой план. Какие проблемы, мужики? С соседом новым хотели познакомиться. Ага. Не хочешь, как хочешь. Значит, сдаст. Не сдам, не сдам. Ну так, случайно проговорюсь и все. Сейчас мы поглядим, кто здесь пенициллин, а кто залетный. Ты что, поделка китайская? Жульман, а? Помирать будешь, стакан воды попросишь, я скажу, выиграй сначала. Дедуль, тут тачки для дачи не продают. Будешь дерзить их и пойдешь продавать. Я дедуля вашего управляющего. Давайте мне хоть на бензин скинетесь. А я уже приехал, я ведь дома. Ты с ним одно лицо. Ну вот тогда его и проси. Теперь он тебе отец. Я от такого дурака отказываюсь. Ложись, бомба! Я же сразу сказал, что это не бомба. Зачем мне бомба? Я же в пенсионный фонд пришел. Товарищ Нагиев. Возникли гастроли, срочные. Че, худо? У меня творческий отпуск. А какой праздник без Гани? Ты сказал, у нас сейчас любой праздник без... Вы ж не того взяли. Я ж простой пенсионер. Брешет он. Пускай пенсионная покажет. Да фиг с ними, со спальными. Бар с коньяком где? Шел в сберкассу, пошел по этапу. Но хоть не скучно. Сын с внучком рядом. Держи. Я сейчас. Это я сейчас. Шкура позорная, выйду, порешу. Доложили пи фраерок, а то нечем будет баланду хлебать. Ты точно уверена, что Виктор Алексеевич 5 лет на комсомольской стройке работал? Фух. Вась, что бледный такой? Я, сынок, сейчас жизнь переосмыслил. Всякое бывало. Ну, чтоб енот мерещился, такого еще не было. Открывай, а то я от счастья в штаны надую. Батя, стоять! Ты что это вырядился-то, как Леонтьев на голубой огонек, а? Ничего, мы сеть проверяем. Правильно, Лилька, так его. Труд сделал из обезьяны человека, из него тоже можно. Вот тебя, главного лоботряса, забыл спросить. Нинке сказал, что я помираю, да? А что такого-то? Да. Все помрем рано или поздно. Сюда! Куда? Команда была стоять!